Алматинец Василий Жовтый представлен к высшей награде Франции – ордену почетного легиона. Таким образом, правительство европейской страны решило отметить заслуги летчика легендарного советского французского авиаполка Нормандия Неман. В Париже о ветеране узнали благодаря создателям документального фильма, который к юбилею Великой Победы готовит телеканал КТК. С героями картины встретилась наш корреспондент Лаура Куникова. Документальный фильм КТК под рабочим названием «Моя Нормандия» посвящен ветеранам знаменитого франко-советского авиаполка «Нормандия Неман». Он был создан во время Второй мировой войны по инициативе Шарля де Голля. Из оккупированной фашистами Франции в СССР отправили более 70 летчиков и авиамехаников. На советских яках бок о бок бились с врагом французские и советские асы. Партнер, прикрой меня! Рене Барки – почетный председатель Ассоциации ветеранов авиаполка. Приехал в Казахстан, чтобы лично познакомиться с пилотом Нормандии Неман Василием Жовтым и передать ему привет от однополчан. Бутылка французского шампанского под названием Нормандии Неман. Спасибо. К сожалению, во Франции история Нормандии Неман почти забыта. В ваших странах, бывшей СССР, это в школах еще можно, это есть с кем-то встречаться, передавать вот это дело. Бывший летчик-истребитель Василий Леонтьевич в свои 88 до сих пор пилотирует самолеты. Он с трепетом вспоминает службу в легендарном авиаполку. Это были самые высокие патриоты ихнего отечества за всю историю его существования. Норманы – это особая, это великая страница в истории великого народа. Вот я почему здесь. В Казахстане сегодня живет еще один член авиаполка. Ветеран войны Николай Ветров стал первым в нашей стране кавалером Ордена Почетного Легиона. Он тоже один из героев документального фильма, премьера которого состоится на нашем канале в преддверии 65-летия Великой Победы. Лаура Куникова, Вячеслав Тимофеев, КТК, Алматы.